Канал «Метр с кепкой ТВ» представляет. Загадки о профессиях. Кто простуду победит, если горло заболит? Или выпишет микстуру, чтобы сбить температуру? Молодец! Это врач! Кто в фуражке с пистолетом на посту зимой и летом? Кто преступника найдет и в участок отведет? Правильно! Это полицейский! Кто на кране ездит смело, кирпичи кладет умело? Кто построит новый дом, чтоб жилось уютно в нем? Молодец! Это строитель! Кто на выручку примчится, если что-то загорится? Кто же справится с бедой и зальет огонь водой? Умница! Это пожарный! Кто расставит в магазине все товары на витрине? Кто продаст и хлеб, и мед, и на кассе чек пробьет? Точно! Это продавец! У кого на кухне чисто? Кто супы готовит быстро? Может сделать винегрет, вкусный борщ или омлет? Умница! Это повар! Кто легко напишет кистью облака, цветы и листья? Подберет умело краски и создаст пейзаж прекрасный. Верно, это художник. Кто научит, как читать, рисовать, писать, считать? Кто расскажет все про страны, про моря и океаны? Верно, это учитель. Кто при помощи расчески быстро сделает прическу? Кто красиво подстрижет или волосы завьет? Правильно, это парикмахер. Кто кружится на пуантах, удивляет всех талантом? Кто на сцене выступает и букеты получает? Точно! Это балерина! Понравился мультфильм? Тогда подписывайся на канал. Для этого нажимай на значок канала. Поставь лайк, пожалуйста. А теперь выбирай следующий мультфильм. Какой мультик ты выбираешь?